Полное описание и точки до выхода третьей и четвертой серии нового сериала «Зеркало лжи». Третья и четвертая серии сериала выйдут в эфир 24 октября. В новых сериях мы увидим, как тетка рекомендует Дине продать свою комнату в Вейске, где она потеряла уже вторую подругу, и больше никогда не возвращаться в этот злочастный город. Муж Ани, Олег, арестован и дает показания полиции. Он уверяет, что не убивал жену, но подозревал, что у Ани был любовник, поэтому следил за ней. Корзинин готов закрыть дело и обвинить Олега в убийстве из ревности. Но Дина не верит в его виновность. Она отправляется в школу, где Уткина преподавала, чтобы узнать неизвестные подробности личной жизни подруги. Дине удается выяснить, что Аня была безумно влюблена в коллегу, преподавателя физкультуры Фомина, и даже преследовала его, но тот оказался ловеласом и использовал женщин ради карьеры. Корзинин предлагает Дине пойти на хитрость, познакомиться с нынешней женой Фомина, хозяйкой рекламного агентства Лисогорской. Возможно, получится выведать у нее, зачем Фомин дважды звонил Ане в день ее смерти и что их связывало. Третья и четвертая серии сериала выйдут в эфир 24 октября. Если вам нравится сериал и ждете выхода новых серий, тогда ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик и будьте в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.